Ребят, всем привет! Сегодня мы в Литве, в Каунасе. И посмотрите, какую красивую, интересную рыбку жародящую я увидел. Это, оказывается, из нашего рижского зоопарка. Товарищи прислали Каунский зоопарк, и вот они развелись. Вот, смотрите, что это за рыбка. Омека сплендерс. Сплендерс. Это дико интересно, то есть я сам никогда не знал. Я издалека посмотрел, думаю, о, смотрите, гуппи плавают. Потом, не, это не гуппи. Я говорю, ну-ка, смотрите, Малинезии. Подхожу, не Малинезии. Помесь Малинезии, меченосца, гуппи, я вообще не знаю кого. Ну, то есть помесь живородок. Друзья, вы знаете, что такое? Кто такая рыбка, омека? Кто-то из вас содержал, кто-то из вас разводил. Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что рыбка очень необычная. Для меня она стала открытием. То есть в Каунас приехал, то есть эти живородки плавают, растений много, размножаться не проблема, малякам укрыться тоже не проблема. Я поговорил с женщиной, которая обслуживает тут аквариумы. Она мне рассказала, что это наши рижские питомцы. Как говорится, наши рижские рыбки сюда приплыли, вот, расплодились, раскрутились. И посмотрите, какое красивое получилось. Какой красивый аквариум получился. Тут их уже в районе, наверное, 100 штук, я так думаю, прикидываю. Все красиво. Я уже слышу, мелкий наверху кричит, потому что я роликов 10 разных снял, чтобы показать вам, чтобы вы оценили, сказали, высказали свое мнение. Потому что приехал 300 километров, хотелось что-то интересненькое снять. То есть понятно, что рядом тут сразу есть аквариум, тут вот там и кои плавают, и цихлиды, и кого тут только нет, да. То есть, ну, гуппи нет, вот интересно, и трофеусы, и различные там, это лягушечки рядом там, и есть рыба-нож, и Африка, и Малави, и тому подобное. Но вот это, я думаю, что интересно, стоит завести, и я думаю, что это точно неприхотливая рыбка, которая будет радовать вас и вашу семью. Вам спасибо, что смотрите, ставите палец вверх, и я буду какие-то интересные моменты подчеркивать, как с этой рыбкой омекой. Всем пока!